Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Эграунд. Мы с вами сейчас находимся в глубинах, и тут у нас с вами есть квестик. Исследователь попросил построить подводный аппарат. Для этого нам с вами нужно 5 деталей, 8 мусанита, 8 алмазов и ядро питания. Все это я сделал, добыл, скрафтил и вернулся сюда обратно, чтобы сдать этот квест, чем мы с вами сейчас и займемся. К сожалению, телепорт здесь не работает. Точнее, он работает, но, видимо, телепорты в принципе работают в рамках одной только системы, потому что, поставив сюда, я не увидел никаких других точек, ни домашней планеты, ни каких нас там сами еще были. Поэтому, увы, ах, но, видимо, придется летать все-таки на кораблях, да, и тратить материи. Ну да ладно, ничего страшного, давайте поговорим с ним, квестик сдадим. Спасибо за помощь, теперь мы можем построить подводный аппарат в бункере подводных лодок. Ух, ядрич. Подводный аппарат готов, теперь мы можем исследовать даже самые глубокие желоба. Что-то мне подсказывает, мы найдем и другие монолиты. Ага. Окей, а я могу им воспользоваться? Я могу им воспользоваться, ядрить. А может быть, я теперь могу, в принципе, крафтить их при желании, так сказать? Ну-ка, давай спешимся, посмотрим, что у нас тут по крафту. Управление... Нет, это управление этой штукой. Жесть, он огромный. Так, я пока здесь выйду, подожди секундочку, мне нужно... Посмотреть здесь. Да, мы можем крафтить подводный аппарат. И, сдается мне, с вами на нашей планете тоже можем скрафтить мегаторпеда, гидролокатор. Так, подводный аппарат обнаруживает объекты и препятствия. Прикольная штука, смотрите, появилась. И мегаторпеда тоже для него кристальная вая. Мы такого с вами не находили, по-моему, еще. Если не ошибаюсь, но, возможно, теперь найдем. Итак, кислород 200, здоровье 1К, защита 8, атаки пока нету, глубина 200. Починить мусанит требуется для починки. Так, я с собой большого, конечно же, не брал. Доп оборудование, видимо, тут локатор. И оружие, соответственно, можно, видимо, торпеда будет сюда, так сказать, напяливать. Хорошо, давайте с ним еще раз поговорим. Может, что-то еще раз скажет он нам. Но мы с ним здесь уже видели под водой некое чудище непонятное, юдище. Интересно, кто построил монолиты и чем нам их активировать? Ответ кроется где-то под водой. Окей. Так, но только непонятно все еще. Мы, конечно, сами можем здесь, так сказать... Ой, я могу забрать панцирь, отлично. У него тоже есть, как у подлодки. Ой-ой-ой-ой. А я с ним не могу драться, потому что мне пока драться-то нечем, к сожалению. Так, ну ладно, возможно, мы с ним прошмыгнем как-нибудь где-нибудь быстренько, так сказать, тихонечко дворами. Давайте просто попробуем это сделать. Я думаю, что мы... Тихо-тихо-тихо, рыба, стань, пожалуйста. Просто хотелось бы спуститься, конечно, поглубже. И монолит-то мы с вами тоже видели. А я вот так ни хрена, честно говоря, сейчас не вижу. Офигеть. Просто ни черта не видно. Рыбина какая здоровенная. Там из ниоткуда подкралась буквально. И вот оно. Ладно-то рыбина. Сейчас там будет нечто большое. Так, титанчик соберу внутри. Точнее, чем глубже, тем опаснее, видимо, да, будет. Но мы попробуем сейчас на этом аппарате спуститься. Хотя бы не будем терять здоровье. Возможно, чем-нибудь с ним найдем. А, вайпер. Вот там эта хрень плавает. Там эта хрень плавает. Вот это вот. Вроде это она, да? Или нет? Да, это она. Вроде как. Жесть. Не очень хотелось бы проверять, честно говоря. Но ладно, на миникарте мы ее тоже видим. Ого! Нет, не видим. Подожди, не понимаю. Там сверху какая-то другая была, что ли, еще? Видь... Вот это вот. Это она испускает, видимо, вот эти вот свои лапищи. Так, слушайте, ну мы настолько глубоко, что... Воу. Мы с ним до самого дна достали, так сказать. Ну, то есть, смотрите, здесь песок. То есть, по идее, мы сами, наверное, можем как-то подкопаться. Я, конечно, не уверен, но... А кто здесь снизу обитает? Давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой, какие-то опасные ребята, видимо, тоже, да? Да, судя по всему, опасные. Судя по всему, они не очень хотят с нами дружить. Жаль. Спешиваться я здесь не буду, потому что иначе это сразу смерть. Я что-то нашел. Монолит, скорее всего, нашел, да? Активировать. Для активации чего-то не хватает. Не, жаль. Но, сдается, мне нужно бороться с этими монстрами, возможно, так сказать. И побеждать их, и тогда... И тогда с них что-то выпадет для активации монолита. Но нам нужны торпеды, потому что без них вообще ни хренашеньки не получится. А еще мне все-таки интересно. Можно ли как-то... Туда прокопаться? Не на лодке, а на чем-нибудь другом. То есть, хотя здесь, скорее всего, будет слой, наверное, вот этот, вот, который непроницаемый. Еще один монолит есть. Да, мы тоже с вами все видели уже. В принципе, ядрич, какая рыбина. Воу, класс. Не то чтобы она мне нравилась, пусти, пожалуйста. Но у нас как бы нет выбора, нам нужно здесь плавать, нам нужно исследовать и смотреть, что... Что это такое? А, ну это эти кристаллики. Фокусировки, которые... Ничего нового, в принципе, здесь нету. Да, надо крафтить торпеды. О, рыбешки, которых мы сами тоже видели.
Удивительно, но подводный аппарат я тоже могу собирать в карман, как нечего делать. То есть, ну, в общем, как и все остальное, я могу здесь собирать в карман. И весит он, видимо, довольно немного. Ну да, отсюда вряд ли прокопаешься, потому что я докопался до дна, собственно, которую вообще никак не скопать, и там видно внизу что-то есть. Еще под этим дном, так сказать, двойное дно, короче говоря. Вот, поэтому надо, видимо, все-таки плавать и торпеды крафтить. Блин, как не хотелось, честно говоря, но что поделать, видимо, придется. У нас появились экзотические материи, вот немножко пособирал их сейчас. Давайте, может быть, знаете, что сделаем? Давайте-ка мы отправимся с вами сейчас в космос и... улетим, попробуем на Землю, может быть, слетать. У нас... А, ты опять появился? Ну ладно, хрен с тобой, потом уже разберемся. Мы попробуем с вами сейчас слетать вот сюда, в Солнечную систему, потому что тут мы с вами тоже улавливали, так сказать, сигнал. Так-то ради интереса потом можно будет полетать вообще по всем этим планетам, может быть, там тоже что-то везде где-то есть. Ну поехали, родная планета человечества, давайте, прыжок совершаем. И посмотрим, что там нам с вами будет ожидать. Прием передатчик засек сигнал бедствия. По-видимому, он исходит с Земли. Значит, что-то все-таки кто-то все-таки выжил. Что это такое? Так, добавлено. А что это такое за синь? Ядрить мы сейчас с вами здесь насобираем. Ну как, не то чтобы ядрить, конечно, но что-то дособерем, да? Давайте это. Я сейчас все заберу. Это мне все надо. Это мне спасибо. Это все да. Это мне сюда, пожалуйста, складывайте на наш этот самый складик. Халявные титанчики и детальки, это всегда приятно, знаете. Ну, вроде все собрало, давайте спускаться, посмотрим на нашу, так сказать, землю, что там вообще с ней происходит сейчас. Опа. Так, мы спускаемся и здесь. Так, фермеры, уйдите, пока не... Ядрить, что там такое? Кто прилетел ко мне? Кто ко мне прилетел уже? Да что ж такое-то? А, ни хрена. А, это корабли, все. Они тут везде, я так понимаю, здесь повсюду, да, они? Ой, там еще что-то снизу по мне стреляется, да что ж такое-то? Что ж такое-то? Отовсюду какая-то жесть происходит. Так, сейчас, секундочку. Кто там по мне шмаляет так сильно, жесть? Ну, короче, сейчас все, видимо, земля вся захвачена, так понимаю, да? Взять титан. Ой, привет. Как сам? А вы тут вообще где-нибудь задиспаунитесь когда-нибудь? По мне какие-то штуки шмаляют. О, уровень подняли, то смотрите-ка сразу. Так, чем там можно прокачать? В смысле... А почему все сброшено? Я же волчком был, и меня все сбросилось, видимо, жесть. Ой, мы ядро ИИ нашли, ничего себе, искусственный интеллект, ядро какой-то, класс, новые материалы. Так, что-то как тут небезопасно, знаете, на планете у нас. Давай, ладно, сейчас я тебя добью их тут всех. Да хватит по мне стрелять, там какими-то, блин, бомбы швыряют сверху, еще жесть. Так, титаном берем. Что-то мы с вами здесь сейчас найдем. Ой, там еще что-то есть, там еще есть ядро. А, это может сверху просто какие-то метеориты падают, непонятно, что за херня. Ну ладно, так. Слушайте, я могу здесь как бы Но не хочу этого делать, что это такое подо мной только что было. У нас вода. А что здесь такое? Покажись. Ой, что это? А это корабль. Я не могу по нему попасть, он слишком низко летает для меня. Ты вообще враждебный или нет? Я не уверен, честно говоря. Ну вообще красненький, значит враждебный. Я могу пушку поменять так-то. О, пошло дело. Давай, что ты ничего не делаешь? Ничего не хочешь делать, ну не хочешь, как хочешь. Бам! И что там с тебя упало? Титан, который не могу подобрать. Ладно, давайте пролетимся здесь пониже, так сказать. Посмотрим, что еще есть на нашей планете. Пушечку переодену опять. Но что-то какая-то беда с ней. Так, и острова здесь, судя по всему... Да, здесь явно не один остров. Я вижу, здесь есть нефть. Я вижу, что внутри что-то происходит. Ледяная гора какая-то. Внутри что-то происходит. Какие-то... Это маленькие розовые духи здесь обитают. Вот там еще как будто что-то убежище. Слушайте, надо бы нам с вами спуститься. Так, а я могу вас... Давайте напялим вот это вот. Не могу, хватит. Сверху какая-то гадость улетит в меня. Что будешь делать? Но здесь, судя по всему, пустыня. И погода такая себе, конечно, да. Давайте дальше пролетимся. Смотрите, что с луной стало. Луна в дребезге просто расфигачена. Так, а здесь мы с вами уже были, так понимаю, это та часть, где мы с вами были, да? Или нет? Или да? Что-то там под водой что же имеется? Все разрушено. Только-то есть. Опа. Блок. Так, спокойно, ребят. Тихонечко давайте будем себя вести. Не будем совершать резких движений. Какая-то штука в меня стреляется. Возможно, таких чуваков смогу устроить. Технологичный деталь. А, с него упало. Кстати говоря.
Так, ну давайте, ладно, я здесь спешусь, например. Сейчас я вылезу. Не знаю, сколько это безопасно вообще. Может, меня сейчас как жахнет, и все, и хана мне будет. Так, ну я пошел. Давайте вылезем, посмотрим. Так сказать, проконтролируем, что здесь происходит. Я это копать не могу. Это какой-то супербетон. Реально супербетон, который я не могу с ним ничего сделать. Там, там тоже есть полезные штуки. А что есть такое? Что это? Это какие-то течения или что это? Непонятно. Хрень какая-то. Ну сюда могу прокопаться. Тут то, что у нас песочек. Смогу пролезть. Там внизу какие-то тоже ребятки обитают невнятные. Красненьким отмеченные, кстати. Это какие-то агрессивные, да, да. Ух, Идрис, что это за экскаватор? Трансформер, что с вами? Это реальный экскаватор. А ты кто? Вот. В смысле? Что это за фигня еще? А, то есть сейчас ты в меня стреляешь, да? А вот когда... Я понял, такие-то подлодки, которые не могут, видимо, слишком высоко подниматься. Ну, знаешь, у меня для тебя тогда в таком случае не очень новости. У меня есть преимущество, у меня есть супер самонаводящаяся штука. Так, ладно, поехали-ка в пустыню, там что-то было. Судя по всему, не очень враждебное к нам. Все, не попаду по ней. А, во, тут их даже две, нифига себе, здрасте. Или они какие-то другие, не, вот такие же. Давайте расстреляем их, чтобы не мешались на потом. Ну, короче, какая-то фигня здесь происходит, конечно, на планете, жесть. Знаете что, мне нужно забрать это, потому что там не только титан, там еще и детальки я видел, прям видел их. Сейчас, так, а ты от меня отстанешь? Оп, титан, а, это ядро даже, нифига, да, точно надо собирать. Все, вылезай, так и это самое, находись, пожалуйста, на поверхности, я тогда смогу в тебя попасть хотя бы. А так ничего не смогу сделать, это не очень хорошо для меня. Так, ядро ИИ, ядро ИИ. Продать 700 стоит. Блин, надо кого-то встретить. Мне кажется, там все-таки в пустыне кто-то был, потому что там были какие-то точечки синенькие. И они были явно не враждебны к нам. Давайте отправимся сейчас. Вот оно. Мы на месте. Так, ну давайте как. Ладно, эта штука не очень сильно бьет по мне. Я не буду прям приземляться. Я вот здесь оставлю корабль тогда. Сейчас сам вылезу. Так, ну и что у нас здесь? Здесь у нас. О! Тут прям кто-то явно был. И точнее, кто-то явно есть. Если что, у меня щит, я буду обороняться. Отпереть дверь. Чтобы открыть дверь, требуется карта доступ профессора. Окей. То есть это... Так вон же он тусуется. Чел, поговори с нами, пожалуйста. Поговори с нами, пожалуйста. Мы к тебе приехали в гости. Где нам найти эту карту профессора? Слушай, чувак. Все нормально, мы свои. У нас есть, а знаете, что у нас есть? У нас ключ-карта есть, и голема пойдет. Дома лежит. Но сдается мне, что нет. Но тут, кстати, много топлива так-то. Как и в нашей пустыне, собственно, про которую мы же с вами уже все выкопали. Просто насквозь. Ага, кажется, здесь тоже есть кораблик. Ага. Хорошо, давайте попробуем немножко раскопать его. Посмотрим, что-нибудь наверняка найдем, я думаю. Какой-нибудь там вход или типа того. Должно быть здесь что-то такое. А еще хочу попробовать поймать вот этого товарища. Дружище, не соизволишь пойматься, пожалуйста? Ну, скорее всего, не спи... Ну, понятное дело. Да как же ты не ловишься-то вообще? Жесть какая-то. Да он просто не хочет. Да, что-то они прям супер... Ну ладно, потом прокачаемся, может еще и попробуем их поймать тогда. Ну и побольше камней с собой возьму. Так, ладно, мне нужен вход в корабль, где он есть. Он где-то обязательно должен быть. Ну, если нет, это будет странно, конечно. Очень странно. Так, я вижу на карте какую-то штуку, как бы... А, там скорее всего сундук, кстати говоря. Ну, давайте сундук возьмем, что есть в сундуке может быть. Батарея, ясно. Не очень-то. Ну ладно. Удивительно, но я раскопал все и так и нету входа. То есть они как бы есть люки, как будто бы, но они все такие неактивные. Все поплавилось. Да, что-то, конечно. Я думал, что можно будет войти. Ну ладно. Я вижу, что во льдах там что-то еще сверху есть, но я так понимаю, я не могу ничего растопить здесь, да, сейчас с лазером. Не лазером никак. Печальненько. А выше я тоже, судя по всему, не могу подниматься, да? Да. Ладно, возможно, нужно какое-нибудь заклинание или дракона, возможно, нужно с собой взять, который растопит все это дело. Ну, ресурсы здесь такие же, собственно, как у нас там на планете в пустыне абсолютно один в один. Сырая нефть, золото, алмазы, серы, так понимаю.
Сейчас мы, конечно, докопаемся с вами до куда-нибудь. Ага, ну все, вот как бы и докопались. Ой, я нашел, куда можно войти, кстати, собственно, в здание в это. Ну-ка, давайте войдем, посмотрим, что там есть. Так, а может быть, тут прям комната? Нифига себе. Тут как будто бы что-то есть. Но я с этим не могу взаимодействовать. Ладно, давайте немножко походим. Может быть, мы здесь что-то найдем в сундуке. Ракета антивещества здесь есть. Мы можем скрафтить, кстати говоря, ну окей. Тут прям целый дом, короче, комплекс какой-то получается, что ли. И сундуков много, еще ракеты антивещества. Ой, не, наоборот, сюда. Забираем. Это что такое у нас? А? Я понял, читать. 01.05, надеюсь, тем, кто успел эвакуироваться, удалось выжить. Возможно, они сейчас обживают новую землю, ну, типа того. Это наша последняя надежда, эта планета обречена, мы обречены. Эти записи, наверное, единственное, что от нас останется, когда кто-нибудь вернется. Ой, ну вообще не хотелось бы, конечно, хотелось бы, чтобы что-то еще было. Желательно ключ-карта, кстати, было бы неплохо, я бы не отказался. Ключ-карту можно, пожалуйста? Но, слушайте, если мы с вами здесь хотя бы полутаем много деталек и всего прочего, это уже, в принципе, не дурно. Так, там какой-то пол. Это эскалатор? Да, ядрите бульдозеры. И что он делать будет со мной? Ничего хорошего, да? Ого! Ого! Что-то он... А, ну хотя он и тоже не особо сильно бьет. Ауч. Блин, ну я долго ковырять его буду, на самом деле, такими темпами. Его урон вообще какой-то по нему мизерный. А, ну хотя нормас, справимся. Что с него падает, интересно? Ядро? Только титан? Это может быть только с него титан упал. Так, там еще кто-то... О, дверь. Отпереть дверь. Чтобы открыть дверь, требуется карта доступа. Да ёпера сате. Эти ваши карты доступа напридумывают. Ой, там лаборатория продвинутая, судя по всему. Ай, подожди. Так, что-то еще собрал. Там еще какие-то руки. Крюки. Давай, иди сюда к нам. Иди ко мне. Бульк. Ауч. Зараза какая. Буду, короче, это... лицом прям стоять. О! Он взорвался. Так, сундук, кремний, титан, забираю. Короче, я надеюсь, мы с вами сейчас что-нибудь найдем. 17.03. Они добились своего и ушли, оставив планету в руинах. Поверхность больше не приспособлена для жизни. Небо покрыто пылевыми облаками, остатки людей укрылись в подземных руинах и метро. Блин, же... Ауч, какая же игра прикольная, слушайте. Блин, ну это мы тоже будем долго ковырять. Я могу просто пройти мимо тебя, друг? Наверное, могу, да? Чё, зачем тебя ковырять? Ау, пошел в баню, короче. Надоел. О, материя это хорошо. Материя это мне надо. 01.04. Загнеда в полыми. Повсюду обломанные трубы и обрушения, а запасы еды на исходе. Кроме того, наши боевые дроны обернулись против нас самих, так как последним их приказом было защищать планету. Че, где-то мы это уже слышали, да? Напоминает историю того самого заповедника. О, еще какая-то дверька. Так, возможно, проход куда-то в другое место. А у чего в смысле? Ладно, я вхожу. Это метро, судя по всему, наверное, да, про которое нам говорили. Похоже на то. Ну, пойдемте посмотрим, что здесь есть. В метрошке в этой. Еще куда войти можно. А куда можно выйти? Сундук есть. Реактивная карта... А, нет, господи, реактивная. Неактивная карта доступа. И что она мне дает? Просто карта доступа. Может быть, ее можно активировать? Типа, ну, в смысле, зайти и все. Так, ну дальше мы с вами не пройдем. Пока не получим бумаги, видимо. Так, можно войти сюда. Мы сами вышли отсюда. Давайте еще в эту сторону прогуляемся. Там сейчас, скорее всего, что-то будет. А, здесь завал, я понял, нас не пускает. Ладно, давайте зайдем тогда сюда. Хочу. Куда бы оно ни вело, а что так мало видно? О. А, это еще одна метрошка. Дрить. Хватит пуляться у меня, пожалуйста. Он убил сам себя. В смысле, убей, пожалуйста, этого чувака. Можешь убить, пожалуйста, чувака? Да, молодец. Только у меня сейчас заряд кончился, и мне жопа. У меня сейчас заряд кончится. Ауч. Хотя не сильно пробивает, но... Ах ты ж гад. Ты сам себя будешь колупать, нет? Да, колупает, молодец какой. Блин, турельки тащат, они колупают всех просто, кого видят. Правда, у меня сейчас батарея разрядится в два счета таким образом. Ладно, нормально, у меня еще есть чем поесть, я пока просто лицом постою, потанчу тогда. Вот так вот сделаю, не хочу просто заряд терять. Тихо! Да хорош! Да хватит! Да что такое? Ты, может быть, закончишь уже? Говнюк, а какой?
лазерной пушки, аж такой себе урон. А, хотя нет, нормально, знаешь ли. Нормально. Для такой штуки нормально. Ну все, уже хватит. Угомонись, пожалуйста, ты. Кто бы ты ни был. Так, омлетик поем. Пол батареи заряда. Это что такое? Здоровье запас сил. Чего? Вас пол. О, спасибо. А ты кто такой? Это какой-то робот, который за меня почему-то? Ладно, я не против. Слышь, я тоже могу стрелять. У меня есть тоже пиу-пиу-пиу-пиу. Может быть, не такой мощный, как у тебя, конечно, но... Зато здесь есть какая-то, смотри, штука, которая мне помогает. А ты такой нету, понял ты? Или нам всем помогает? Восполни, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Какая милая вещица. Да, что в смысле? Откуда ты взялся-то? Так, ну ты заколебешь. Сейчас я с тобой буду разбираться. Я уже не знаю, где мы с вами находимся, я уже заблудился, честно говоря. Ой-ой-ой-ой, мам. Блин, ну с этим хана, конечно. О, а ты не поможешь мне? Он просто, мне кажется, знаете, заботится о всех, кто не у него проходит. А, о нем будешь заботиться? Нет, о, значит, я особенный. Так, я убил всех турелек. Это может быть очень хорошо, да? Ладно, нормально, нормально, нормально. Ауч, метро длинное. Главное не жадничать. Ой. Все, конец. Успели. Ну, продолжаем пока исследовать метро. Видимо, вот это вот. Ну, какой-то бесконечный. А, все, конечное, да. Так, сундук. Опять неактивная карта доступа. Еще одна. Блин, интересно, я смогу их активировать? Надо проверить. Ой-ой-ой-ой, только не запас. Надо на корабль вернуться каким-то образом. Я не знаю, как. Я вообще не подозреваю, как вернуться, потому что я не помню, куда мы с вами вышли. Точно не отсюда. По-моему, следующий вход после этой штуки. Спасибо большое, что подхилил немножко. По-моему, сюда надо идти. Да, дальше сюда. Мне кажется, у нас вариантов не особо много, да? Так, там какие-то... Да-да-да, все, сюда. Ну ладно, вроде пока не заблудился. Сейчас посмотрим, сейчас проверим. Угу. Да, все на месте, фух. Ой, как приятно очутиться вновь на корабле, знаете ли. Казалось бы, вроде бы земля, должен чувствовать себя как дома, но нет, не чувствую. Чувствую себя как дома на корабле. Ладно, пойдемте дальше, сейчас попробуем карту активировать. А я, блин, выложил ее, да? Выложил же ее. Или что я с ней сделал? А нет, с собой она, отлично. Но она, правда, неактивная, наверное, как-то ее нужно активировать. Давайте попробуем сейчас все-таки постучаться. Отверять карта доступа, блин. А как меня активировать-то? Хрен узнает. Ну, будем искать сейчас. Так, пойдем дальше тогда. Это похоже просто на лабораторию, хотя, возможно, какая-то еще более продвинутая лаборатория, на самом деле, чем то, что мы сами видели у нас. Возможно, вообще что-то нечто невероятное можно делать. Хотя куда уж, казалось бы. Да ладно, давайте погнали тогда в метрошку. Сейчас пойдем дальше. А, ну вот, мы просто выбрались с другой стороны на самом-то деле. Так, тут, конечно, враги есть еще. Ой, с этим лучше бороться вот так. А то он... Постоянно... Хотя он сейчас застрял на самом деле. Ну, пофиг уже. Разобрались. Так, хорошо. Что такое? Не будешь мне... Ой, опять там эта дурацкая хреновина. Так, с ним, по-моему, лучше вот этим разбираться. Сейчас я здесь посмотрю, что... О, материя. Спасибо большое. Материя мне надо. Материя мне очень надо. Так, это забираю себе. Вам не надо. Это надо мне. Что тут у нас? Давай, сейчас я теперь бам. Бам. Ой, сейчас надо заколебет. Ладно, я пока тоже лицом потанкую, потому что у меня есть еда. И не особо-то сильно пробивает, конечно, но так. Терпимо, так сказать. Давайте, чтобы просто не возвращаться, если что, быстро на корабль. Опять потом этот путь вспоминается. Так, это детали забираю все. Давайте сразу съедим омлетик еще. Блин, омлет топовая вещь, конечно. Ну что, мы с вами, по идее, сейчас... Нет, нифига мы не дойдем до туда, куда хотела дойти. Ну, хотя бы посмотрим, что еще здесь. Еще материя, слушайте, ну прям хорошо, теперь летать можем. Вообще, прям куда угодно. Это сдается мне, что с них нужно будет что-то крафтить, скорее всего. 15.03. Чтобы сбить один бомбардировщик, понадобился небольшой флот, а прибывающим вражеским кораблям нет числа. Некоторые эвакуируются в кораблях-колониях. Большинство погибло, выжили единицы. То есть то, что у нас там было, это были еще цветочки, так понимаете, можно зайти? И здесь меня не пустят, нигде меня не пускают. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, пожалуйста, пустить куда-нибудь. Так, а что такое? Это ничего такое. О, еще ракета антивещества. Так. Забираем. Ау, отстань. Еще ракета... А, ранец. Реактивный ранец. Мы такой с вами уже делали. Это фигня полная. 2.03. Только за один день разрушено было столько, что нам казалось, будто снова наступила Третья мировая война. Однако это было только начало. Бомбардировки не останавливались ни на секунду. Вскоре мы поняли, что это гораздо хуже любой войны. Жесть какая. Что-то там в этом будущем вашем творится, конечно. Так, что тут у нас еще есть? Сундучки, может быть, что-то собрать можно? Нет, нельзя. Ладно, понял. Идем тогда далее. Я хочу найти, чем можно, блин... Так, ты там кто еще такой? А, понял.
Ну и сиди там один, понял, не пойду к тебе. Нашли выход какой-то еще один, кстати говоря. Давайте соберем, что здесь есть. О, это мне тоже надо все, спасибо большое. 1.03, день начинался хорошо. Послевоенное восстановление шло полным ходом, и все были преисполнены надежды. Никто и не подумать не мог, что этот день станет последним. Ай, ёшки, матрешки. Так, я могу сюда войти, но сначала подождите-ка секунду. Кажется, там кто-то нарывается. Надо с ним разобраться, что-то он себе позволяет вообще. Давай сюда, куда ушел. Так, сейчас я тебя буду... Вот так, все, за один удар просто легчайше развалил. Ну все, пошли в следующую дверь. Блин, сейчас точно заблужусь, куда мы с вами ушли, непонятно, но... Надеюсь, все будет нормально, поехали. Ой, мы под водой? Мы под водой, но... При этом... А, не, под водой, да, все-таки под водой. Кто там шныряет? Корабль этот дурацкий, да? А, это другой корабль. Хорошо, я понял. Наверное, и что? А зачем мы здесь вышли? Ну, мы просто нашли еще один выход, как бы, получается. Вот он. Здесь есть этот выход, и все. Не более того, знаете ли. Можем подышать здесь? Да, можем подышать, конечно, как обычно. В общем-то. Возможно, где-то на дне морском есть еще один вход какой-нибудь, или просто по планете поискать, попробовать еще. Мы, возможно, с вами что-нибудь найдем даже. Ой, здрасте, извините. Что тут делать? Так, а мы почти на месте, кстати говоря. А я здесь могу зайти? Подожди. Ау! Могите, больно-то как. Уф, в лицо прям получил метеоритом. Какая жесть. Так, я, пожалуй, сохранюсь. Так, ну чё, иди сюда, давай. Я тоже старшего брата могу позвать, смотри. Ну как, тебе такое нравится? Все, съел, вот и сиди там. Так, мы нашли с вами еще один вход. Сейчас мы пойдем в него тогда, сходим, куда он ведет, интересно. Может быть, тут что-то найдем с вами. Это другой вход? Да, это другой вход и... О! О, здорово! О, как круто, что мы с вами нашли кого-то. Привет, войти куда? Не хочу пока никуда входить, подождите. И сюда можно войти, туда можно войти. Ты кто такой? Мы сюда, в общем-то, примерно входы искали, а еще вниз можно пройти. Но пока не пускай, давайте поговорим. Жесть, какой он бледный. Я отправил сигнал бедствия, наверное, надеялся найти выживших, но их нет, только я и ты. Нам удалось сбежать с земли на корабле колонии во время бомбардировки. Что здесь произошло? Ничего хорошего, отчаяние, смерть, кроме меня, я жив, и я собираю. Понятно, вижу, что тебе тяжело пришлось. Хочешь улететь вместе со мной? Нет, я останусь, очень важно. Ты можешь найти неактивную карту доступа, отключить дронов? Я нашел две уже. А, у меня уже две есть. Так, владелец неактивной карты доступа погиб в метро, найдешь там. Я уже нашел, да, спасибо. То есть, по идее, мы должны были сначала его найти. Что это такое? Депо бункера. Бункер, понимаю. Это, наверное, те самые бункеры, которые мы с вами, по идее, можем построить, купив рецепты. А здесь что? Ты спишь здесь? Странно, никого так долго не было, кроме меня. Отвык от людей? Оставайся, может, вместе мы победим? Приятно снова с кем-то поговорить, я пытаюсь привыкнуть. Жесть, у него, конечно, крыша поехала, походу. Игра сохранена. Все, найс, мы нашли бункер, где можем жить. Балдеж. Так, ну давай поговорим с тобой. Я нашел, что хотел. О, неактивная карта доступа. Активирую. Спасибо. Карта доступа теперь есть. Управление дронами близко. Открыть двери, отключить дронов, создать своих. Да? Что? Я могу с этим. Я не могу вниз пройти. Чего ты меня не пускаешь? Так, у меня теперь две карты доступа. Хорошо, и че? Управление дронами, бла-бла-бла, создать своих. Я понял себя. Так, ну мы, по идее, теперь можем внизу войти в другой дом и войти в ту самую лабораторию, видимо. И там что-то посмотреть, что там можно сделать. Давайте сохранимся, наверное, тогда. Так, это у нас, получается, здесь есть теперь склад, если надо. Но у нас как бы склад, он там сверху стоит, наш прекрасный, замечательный. Шикарнейший. Блин, здесь мы с вами уже насобирали на 2000 веса. Детали миллиард насобирали, титана много, блин, какой балдеж, мы сюда полетели. Мы собирали много всего, даже какие-то ядра собирали. Наверное, ядра нужно будет, чтобы крафтить дронов, типа, или что-то типа того, наверное. Посмотрим, в любом случае. Так, давайте-ка мы попробуем, не-не, зайдем тогда сейчас здесь, сейчас сюда. Вот здесь вход был, да, по-моему, если не ошибаюсь. Туда можно было пройти, теперь у нас есть карта доступа.
Заходим, сейчас пойдем. Тут наверняка все опять активируют. Ну, конечно, ядрить. Ну, давай, иди сюда. Бам. Он когда бьет, он стоит задом, типа ковшом бьет, и поэтому получает критический удар от меня. Ну, правильно все делает, молодец на самом деле, что спиной ко мне встал. Так, заходим, заходим, нам сюда. Использовать, да. В смысле, она... Она что, она одноразовая или она типа бесконечная? Надеюсь, бесконечная. Так, что он здесь такой? Давайте смотреть. О, управление, завод, это суперзавод какой-то. Управление, чем? Непонятно, сейчас посмотрим, чем. Блин, мы наверняка сейчас здесь сможем какие-то штуки невероятные сделать, которые, может быть, бетон там копать и что-то, все. Так, управление, сначала здесь посмотрим, что за управление. Под контролем, так, что под контролем? Получение доступа к управлению дронами, подключение к системе безопасности, отключить. Готово, система безопасности отключена, и дроны теперь в режиме пассивного патрулирования. О, то есть, что, они теперь нас бить не будут, что ли? Ну-ка. Отпереть. Да-да, давай. Да не, походу будут. Ты будешь меня бить? О, не бьет. О, не бьет. Найс. Так, хорошо, ладно, отключили. Что у нас здесь за завод? Ядрить. Лазерная ловушка. Корабль-дрон. Развернуть корабль-дрон. Охренеть. Бур-дрон. Вот это мне надо. Подлодка-дрон. Дрон-разведчик. Прыжковый корабль по-прежнему, лазерный бур. Короче, то же самое, что в нашей продвинутой лаборатории, только еще плюс несколько рецептов. Слушайте, а может быть у меня теперь рецепт? Может быть я смогу у себя на планете, как бы уже называю своей планеты, у себя на планете могу поставить, нет? Загон, склад, та-та-та, мастерская, кухня для дома, завод. О! О! Или это не то, подождите. Не, у нас же какая-то лаборатория, а не завод. Завод — это фигня. Лаборатория должна быть, по идее. Лаборатория, передовой. Не, видимо, нет. Черт, ну ладно. Но мы здесь можем сами крафтить, если надо. Какой-то автомат-костюм. Атака 8, дистанция 8, защита 7, добыча 7. Добыча 7? Кислород блокирует урон за счет энергии. Блокирует атаки со всех направлений. Высота полета 999. Энергия за удар 5, освещает окружение. Когда... Это же какой-то просто костюм этого суперчеловека. Использует под водой. Офигеть. Лазерная ловушка, корабль-дрон. Что за корабль-дрон? Он просто будет патрулировать, видимо, здесь, я так понимаю, да? Титан нужен, ядро питания, высокотехнологичные детали. Бур-дрон. Но если я сделаю себе такой костюм, если это можно, конечно, на себя его напяливаешь, то это звездец. Так, нам нужен антигравитационный рюкзак. Это фигня, это у нас как бы он есть, титан есть, детали есть, ядро и есть. Так что, может, сделаю? А, подождите-ка, а вот в какой слот он, интересно, напяливается? Вместо рюкзака? А что по весу? Вес 4 сотни, но я так понимаю, вес это вес... Сейчас посмотрим, короче говоря, подождите. Максимальный вес 1000 здесь, а там сколько будет? А там вдруг не будет вообще ничего. Но мы, по идее, можем себе еще один рюкзак сделать, если что, да? Он где-то делается. Здесь мы же его и делали. Если не ошибаюсь, сейчас найдем. Во-во-во-во. Всего лишь реактивный ранец, в котором мы с вами находили детали, две штучки титана и кремний. Это фигня все. Интересненько. Ну что, давайте сделаем. Это что-то прям выглядит, конечно, круто. На самом-то деле. Попробуем. Один, скрафтить. Так, костюм есть. И что, теперь куда его? Вместо, может быть, вместо брони? Он вместо брони, найс. Найс, это прям вообще-то да, супер круто получается. Это супер круто получается, давайте. А, стоп, он вместо всего? Он вообще вместо всего. Смотрите, какие мы. Мы, по идее, теперь, наверное, можем таранить эти штуки, да, блоки вот эти вот, ну-ка. Да? Да? Мы теперь можем таранить эти штуки. Скорее всего, мы можем, наверное, добывать вот то, что раньше не могли добывать. Здесь все пробиваем, здесь все, вообще везде все пробиваем. Так, а здесь-то что еще? Это что, фермы? Управление? Вот это войти можно, что в сундуке? Материя, это я забираю себе, спасибо. Офигенный костюм мы, конечно, с вами себе нашли. Просто же искрафтили, точнее. Что такое здесь? Управление. А, купить? Купить? В смысле, это типа магазин местный? Нифига себе. Ракеты, часы, семена всякие продаются, патрончики, уранчик, алмазы, кстати, есть. Масло для готовки, ну такое. Такое по мелочи всякое разное. Прикольно все равно. Так, о, кашель еще один, спасибо большое. Это я заберу себе тоже, спасибочки. Так, а что у меня по... По... По весу 475. Ха. 475, а ну-ка.
Ага. Но у меня, с меня все сняли, как бы, получается. Бур, космошлем, но как бы и без этого здесь... А, ну щит вот такой, то есть просто ставишь вокруг себя щит и все, и... Ого! Ядрить! Офигеть, вот это пушечка, я понимаю. Ту-ту-ту-ту. Блин, круто, круто. Дистанция 8, защита, добыча. Но атака, видимо, тоже какая-то есть. Блин, ну давайте зайдем сюда, что такое, куда это войти можно. А, мы вышли в метро, кстати. И эти ребята теперь пассивных, я так понимаю, да? Ну да, если мы сами не начнем. Я могу здесь вообще все ломать теперь. Найс. А, ну это не могу ломать, к сожалению, до сих пор. Но и мне теперь очень хочется, на самом деле, попробовать полететь обратно к нам и посмотреть там, что будет. Типа, вот то, что мы раньше не могли породу ломать, какую, такую фиолетовую, которую не совсем, как бы, темно-фиолетовую, ну вы поняли, о чем я. Вот там, можно ли, сможем ли мы дальше ломать все это дело? Это было бы супер. Я думаю, что сможем теперь в таком огромном, крутом костюме-то. Так, а что у нас здесь еще есть? Тоже управление. О-о-о. Стоимость 1. Что, а что это за монеты такие? Какие-то валюты местные. То есть мы можем продать сюда что-то, получить местную валюту. Охренеть. Чего здесь только нету. Ядрить, коптить. Ну это просто жесть. А здесь что? Горючая, в качестве горючего здесь... А, это полимерная бумага? Я могу производить ее, типа, здесь, да? Полимерная бумага, ну да. Горючая, можно использовать шелк, можно использовать ткань, можно добавить детали. Не, спасибо. Короче, шелк и ткань. Или можно добавить кремний также. Ну, давайте пока кремния бахнем, у нас с собой немножко есть его. А, совсем мало, я понял. Ну, короче, у нас шелк и ткани дома дофига, да и кремний тоже, в общем-то, есть. И он будет нам производить его местную валюту, я так понимаю. При помощи которой мы сами сможем здесь... Или мы здесь за деньги можем купить? А, нет, здесь за деньги можно купить. Это вот именно здесь, видимо, она используется, да? Да-да-да, на чертежи. Если надо будет. Прикольно. Так, ну давайте с ним еще поговорим, что он там хотел от нас. Что-то хотел. Завод дронов наш, тогда мы можем создать своих. Возьми контроллер дронов. Контроллер дронов. Окей. Дронами может управлять откуда угодно, сражаться удаленно, безопасно. Иди в бой самому, идти в бой самому смерть. Шесть. Охренеть. Позволяет управлять построенными дронами в любой системе. В любой системе. Найс. Вот это интересненько. Ага, у нас дронов нет пока что. Планета спасена, теперь будем искать выживших. А, все, типа спасли планету, найс. Была профессор, она нас модифицировала, помогла выжить, она отправилась на другой остров, чтобы исследовать. А мы видели, да, ее, только она нас не пустили. Может, она еще жива? Ну да, походу жива. Да мы нашли профессора этого. Во, карта доступа профессора, спасибо большое. Все, теперь у нас есть с вами эта карта, и мы с вами сможем отправиться к этому профессору и дальше уже выяснять, что там и как. Собиратель хочет выяснить, жива ли профессор. Да, жива, жива, мы ее обязательно найдем. Ну что, друзья, игра, блин, просто, я не знаю, что не сказать, она просто не перестает удивлять, поражать и все вот это вот. Круто, у нас теперь, собственно, крутой костюм есть, мы с вами отправимся к профессору и будем дальше идти потихонечку и посмотрим, к чему это все приведет. На сегодня будем заканчивать, всем спасибо за просмотр, не забывайте комментировать, жмите на колокольчики, как всегда, с вами увидимся, всем до скорого и пока-пока.